Здравствуйте, мои дорогие. Сегодня у нас вот такой эксперимент. Как бы я сейчас перезапишу вчерашний эксперимент, который был не очень корректный. И мы сейчас сделаем таким образом. Я подключу к родному усилителю Technics 600-му и EN600-му вот эти вот колонки. Сначала поиграет эта колонка, она уже подключена. Потом вот это с динамиком, у которой резиновый подвес, и стоит сабвуферный динамик Panasonic от домашнего кинотеатра 520. Сабвуферный динамик от домашнего кинотеатра 520. Для частоты эксперимента, ребята, я буду использовать вот такой диск Кипелова, да? Здесь чисто аудиоформат. Сейчас я вам покажу. Чисто аудиоформат. Здесь, видите, вкладочки есть. Я его покупал на презентации этого диска. Сам диск был записан в Германии, вот, на хорошей студии. Специально ребята ездили в Германию, там на хорошей студии писались. И помогал Удо Шнайдер. Вот. Где делается для того, что не все, ребят, компакт-диски хорошо записаны у нас в России, особенно после 2000-х годов. Там бывало тупо диски формата MP3 загоняли в формат аудио-CD. Ну и продавались как просто аудио-CD с форматом MP3, да, как бы, да. Вот. Но вы сами знаете, что аудио... CD формат, он раза в 4 превосходит по битрейду, чем MP3. Ну и для частоты вот так мы сделаем. Видите, он такой диск интересный. Вот композиция, которая песня записана. Буду камеру перемещать специально для того, чтобы можно было уловить звук. Жалуются, что не могут уловить, так как, допустим, композиции прерываются, имеют разницу во времени. Вы можете легко на своих проигрывателях просто переставлять ползунок. Я, например, буду писать вот сначала одну, потом вторую. Вы можете с легкостью, запомнив предыдущее положение, переключать на другую колонку ползунком и практически ловить разницу во звуке. Ну все, поехали.
Ну, дорогие мои друзья, прослушали мы две колонки одинаковых, с разными динамиками. Один панасониковский с резиновыми подвесами от сабвуфера домашнего кинотеатра HT520 серебристого, и другой родной. Специально камеру на штатив не ставил, потому что низкочастотный звук распространяется по-разному. Вблизи его вообще практически не слышно, да? Я подносил камеру специально, чтобы видели амплитуду движения динамика. Ну и удалялся по мере того, чтобы уловить звук низкочастотный. Потому что он распространяется так, что чем дальше отходишь, тем он лучше улавливается, глубина звука. Вот вблизи его практически камера смартфона. Ну и любого другого. Здесь вот хорошая камера, наверное, на смартфоне, но все равно они эту частоту не улавливают. Немножко отойдя там, метра на 3, на 4, на 5, уже чувствуется прям вообще низ офигенный. Ну вот как-то так. По поводу звучания вот этих колонок с разными динамиками. На мой взгляд, более сбитый такой звук идет от резинового подвеса, более жесткий как бы, да? На него нужно немножко подавать. Как бы, мне кажется, больше мощности, тогда он будет как бы еще. Вот. Но немножко, мне кажется, у меня не рассчитан под эти колонки, именно под сабвуфер он рассчитан. Но вот этот играет довольно-таки хорошо раскачивается, и такой звук более, ну, скажем так, благодаря амплитуде и мягкому подвесу, он более такой глубокий, ну, можно сказать, приятный такой. Вот. Ну и это тоже звучит неплохо. Сами слышали, пишите свое мнение.